Привет всем и добро пожаловать на 9-й выпуск PushBike. Так далеко мы еще не заходили, верно? Ладно, сегодня я начну с Валенсии 2. Когда эта передача только начиналась, я протестировал Валенсию 2 и сказал тогда, что это вполне добротный дорожный велосипед. И на протяжении всей программы я модернизировал его под Валенсию 3, 4 и так далее. И во всех наших тестах почти всегда использовался Forward Valencia. Он прошел через многое и достаточно себя потрепал. Поэтому сегодня пришло время попрощаться с этим скромным и в то же время великим велосипедом. И чтобы все выглядело подобающе, мы устроим для него последнее испытание. Мы устроим гонку. Но не просто гонку, как это было ранее. Мы устроим гонку между мной на форварде и Никитой на автобусе. Нам нужно будет добраться до Нового Петергофа, а стартуем мы вот отсюда. Кто доберется до туда первым, тот и победитель. Но сначала мне нужно восстановить прежнюю Валенсию 2 из модифицированной третьей. Ну, звездочку менять тоже легко. Снимаем старую и одеваем новую. И стопорное кольцо. Поехали к месту встречи. А вот и я. Ну что, ты на самом деле думаешь обогнать меня на этом? Ну да, а что? Не, ну я, конечно, говорю, что 200-ки медленные, но не настолько, чтобы быть медленнее вот этого велосипеда. Ну, давай выясним это. Ты готов? Да. Тогда поехали. Все. И вот наша гонка началась. Мы с Ником выбрали разные маршруты, и мой оказался на 800 метров длиннее. И, конечно, автобус напрямую меня обгонит, но на последнем участке ему придется идти пешком, и тогда-то я его и догоню. Ну что, вот мы едем, гонка началась, и первые метры как-то я так с осторожностью педалирую, потому что, ну, я сам немножко укорачивал цепь, и как-то я не очень доверяю этой всей конструкции. Что-то там все скрипит, шуршит. Не знаю. Никита шел к автобусной остановке, а я тем временем поражался, как эти слики держат дорогу. Я уже даже забыл, что такое мощность 90 кошачьих сил. На Валенсии 2 очень тяжело едет. Да. Гонка предстоит тяжкой. Сразу объясню, почему я поехал по городу. Хоть этот маршрут и немножко длиннее, я все-таки рассчитываю не попасть на железнодорожный переезд. Потому что Никита может на нем как раз встать. И из-за этого у меня будет преимущество где-то в 10 минут. Правда, я не учел того, что по городу светофоров наставили. И по городу будут сдерживать меня они. Ну, мы поедем через новый район, где их меньше всего. Честно говоря, тяжело привыкнуть к этим сликам, потому что я давно на них не ездил. И это просто невероятная разница. Когда
Казалось бы, полуслики и слики, ну, почти одно и то же. Боковыми шипами только отличаются. Но это такая разница, это просто невероятно. Видимо, эти боковые шипы полуслик создают фантастическое сцепление на поворотах. Потому что вот сейчас я еду на... Ну, все на этом велосипеде сейчас стандартное от Valence E2. Даже я поставил вот это зеркало. Правда, честно говоря, от него никакого толку. Оно стоит просто здесь, так сказать, для дополнения всей картины. Так вот, я давно на них не ездил, и это невероятная разница. Снос переднего колеса фантастический. Я ехал на небольшой скорости, а меня так сносило. Вскоре меня стали замедлять шумовые полосы. Ух ты, к тормозам тоже надо привыкнуть. Я уже привык к русским, и поэтому эти просто нереальные. Малейшего нажатия достаточно, чтобы заблокировать колесо. Феноменально. Интересно, где сейчас Жега? Да, Никит. Ты где? Я выезжаю на пьяную дорогу, а ты? Мы же типографию проехали, звонимся в общем. Ну давай. Отлично. Давай, кажется, разработалась, и все работает теперь великолепно. И теперь я могу уже развивать полную мощность. Через 15 минут с момента старта я подъезжал к мосту, и тут мне снова позвонил Никита. Ты мне через каждые 5 минут будешь названивать? Тут еще в автобусе, наверное, делать нечего, ты сейчас где? Я подъезжаю к мосту. А я уже проехал этот съезд, так что я далеко впереди, все, пока же. Неудачник, я же говорю, он на автобусе не конкурент. Он впереди. Надо нагонять.
Черт, светофор, он меня замедлит. Ну давай. Ну что, теперь пешком, правда, я не совсем знаю, куда идти, ну да ладно. Ну а вот и финишная прямая, надо позвонить Нику. Да, Жек. Ты где? Ну я уже давно иду к месту. Ты тоже и на автобусе? Нет, конечно, я уже пешком иду. Черт возьми. Капец, он уже пешком идет к месту, значит у меня остается около... От 10 до, блин, не знаю, 0 минут. Он думал, я еще в автобус. Где-то минут 5 у меня есть. Надо гнать, надо гнать. Я не могу проиграть, и если я проиграю, я буквально скажу, что Валенсия 2 говно. Поскольку я защищаю честь этого велосипеда, и вообще честь всех велосипедов, я должен выиграть. Косу! И выиграй во что бы то ни стало. Можно было, конечно, побежать, но я думаю, я и так успею. Кажется, и последняя прямая к финишу. Просто красавец. Никита уже видел финиш, в то время как я был далеко позади. Его нет. Его нет. Никиты нету. А значит, мы победили. Спустя несколько секунд пришел и Ник. Как? Как, черт тебя дери? Понимаешь, в чем дело, Никит? Как я тебе уже не раз говорил, велосипед — самое быстрое транспортное средство. Да не гони. Ты, кстати, давно здесь? Меньше минуты. Значит, мне не хватило пару секунд, все-таки надо было бежать. Да уж. Что ж, только что мы выяснили, что велосипед быстрее, чем городские автобусы. И на этом испытание для Валенсии закончено. Но это еще не все. И сейчас я отправлюсь в одно место, которое подведет итог этого велосипеда. Ну что, поехали? Что ж, моя последняя поездка на Валенсии 2. Вперед! К сожалению, это все, мой друг. И я хочу последний раз получить удовольствие, пока мы едем к месту назначения.
я вряд ли получу удовольствие от поездки. Напротив, у меня ужасное мерзкое чувство. Тому, на чем я сейчас еду, конец. Я буквально чувствую себя предателем, потому что оттуда, куда мы едем, вернусь только я один. Этим прекрасным вечером все закончится. А вот мы и приехали. Отсюда я пойду уже пешком, потому что прямо тут я собираюсь оставить Форд Валенсию 2. Здесь он останется навсегда. Именно здесь закончится жизнь этого велосипеда. А также на берегу этого прекрасного залива заканчивается и наша передача «Пашбайк». Мы были с вами почти 3 года, и на протяжении всего этого времени мы старались рассказать вам как можно больше о велосипедах, о езде на них, о их строении, о всех тонкостях и особенностях. Также мы старались не дать вам заскучать и проводили различные спецвыпуски, в которых развлекались и развлекали вас. Мы тестировали велосипеды, давая вам техническое представление той или иной модели. Короче говоря, мы делали то, что никто и никогда до нас не делал. И в этом 9-м сезоне мы постарались показать вам нечто новое, то, что вы никогда ранее не видели. Мы собрали в нем все, что смогли, в надежде на то, что последний сезон окажется лучшим из всех предыдущих. Нам хотелось закончить все грандиозным сезоном, так, чтобы он запомнился вам надолго. И поэтому мы не пожалели на него времени и средств и вложили в этот сезон более 30 тысяч рублей. Это самый высокобюджетный сезон из всех, что мы снимали. И я очень надеюсь, что наши труды и наша передача были хоть в какой-то мере вам полезны. Ну а сейчас краткий обзор того, что было на протяжении всего нашего существования. Времена менялись, но мы продолжали оставаться с вами. За все это время мы протестировали огромное количество велосипедов. Провели различные тесты на торможение, аэродинамику, сцепление различных шин на разных покрытиях. Мы также разобрали множество техник езды. Мы веселились, развлекались и давали вам знания, которые вы нигде больше не получили бы. А теперь давайте вспомним, как все начиналось, с чего мы начинали и до чего дошли за эти 3 года. Thank you.
Thank you.
Вот так это было. И это все. Это все. И сейчас я и Никита едем последний круг по нашему треку. Больше никто не будет ездить по нему. Больше вы не увидите стеда, который годами проходил здесь повороты. Здесь не появится больше ни одного велосипеда. И это место снова станет таким же тихим и пустынным, каким оно было в далеком 2011 году. Пару минут наша передача закончится, но не расстраивайтесь, ведь конец одного является началом чего-то нового. Пора двигаться дальше, закончить с велосипедами и начать более взрослую и серьезную жизнь. Как я уже много раз говорил, я не являюсь особым фанатом велосипедов, я считаю себя по сути автомобилистом, и уже в конце этого года я получу права категории B и C. Я мечтаю ездить на автомобиле, построить дом и обзавестись большой дружной семьей. Думаю, это достойный конец передачи «Пашбайк». Я желаю вам успеха, крепкого здоровья и всего того, чего вы хотите. Мне будет не хватать этой передачи, этих утренних съемок, веселья на площадке и вас, дорогие зрители. Но время идти вперед. Ну вот мы и выезжаем на финишную прямую. И в заключение я хотел бы добавить, мы действительно заканчиваем с велосипедами и «Пашбайком». Но не со съемками. Поэтому не падайте духом. Как только мы избавимся от велосипедов, мы с Жекой купим себе автомобили. И там сам Бог знает, что мы будем снимать. Для меня лично эта передача многое значит. Я отвел немало сезонов. Они были веселыми, забавными, смешными. Где-то, где-то даже грустными. Страшными. Но вот мы уже и на финишной прямой, и мне кажется, что это все. Пашбайк. Ты был дорог мне. Когда-то будет конец. Прощай, Валенция.